Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру Alan Wake. Так, что у нас тут? Книжка. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover. Так, мы попали в аварию, так понимаю. У нас ничего нету. Как мы вообще здесь оказались? Как у нас тут не нырнули вниз? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Так. Значит, нам нужно на бензоколонку. Ну ладно, погнали. Damn. Зашибись. Тачки каюк. Чё-то мы вообще в какую-то другую сторону ползём. Hello? Опять этот свет, что ли? Hello? Is someone there? Листочки. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Получается, мы читаем рукопись, которую мы даже не писали еще. Только у нас было в планах, как бы. Даже название только. Конечно, игра сделана атмосферно. Да, с такими, блин, кошмарами доберешься, блин, до могилы быстрее. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Чё-то какая-то заправка странная с лесоповалом целым здесь. Бутылки, какие-то каски валяются. Ладно, пойдем по дереву. Оп. Что такое? Anybody there? Please, I've been in an accident. Так. Hey. Ох ты, ёкарный бабай. Hey, you. Fail. There's been an accident. I need help. Listen, I need to. Cabins for rent in Nightfall. Oh hell, Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation. Вот этот чувак нам должен был дать ключи. Fair and square. Тьма, получается, его захватила. Ух ты. Кого-то здесь завалили. А что, не дадут мне ствол, фонарик?
Или мне так его обнимашками замочить? Обосрёшься. Так, там обрывчик. Значит, без варика нам сюда надо. Мать моя женщина, что за Спайдермен там летает? Мать моя женщина. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe, like Nicholson in The Shining. Ух ты, ствол и фонарик, энерджайзер. Реклама. Так, 12 патронов. Ладно. О, батареечки. Так, штанов нету, а то промочили мы немножко. Надо. Зашибись. Валим отсюда нахрен. Охренеть, целый дом спер. Ёлы-палы. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Чё-то мне... Ух, ё! I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone, or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Убил кого-то. Что-то хорошо, хоть ты убил, а не тебя. Пнул, и все сгорело. О как. Здесь ничего не спрятано у нас. Вкусненькое, интересненькое. Блин, такая атмосфера звуковая, что, блин... О, а здесь что-то лежит у нас. Патрончики. Куда нам туда? The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. Ух, ё! Еще и топоры метают. Метатели хреновы. Батарейки, патроны. Так, чё нам? Вниз, что ли?
Или туда идти? Куда нам? Запись наша еще одна. Так, у нас тут ничего нету. Тут дерево повалено. Ладно, придется обходить, значит. А, блин, током жахнуло. Ладно, погнали. Ух ты. Глюки от бабуси. What the hell was that? Блин, обосрёшься так. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. Игра реально страх нагоняет, особенно если играть ночью. I didn't even want to look at the water. О, термос. Нам на заправочку надо. А вон что-то есть. Наша рукопись. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Блять, такие тени, что, блин, думаешь, человек уже сейчас появится. Блин, реально. Стрёмно играть. Но в углу лучше во все залазить, то, что здесь валяется, всякая интересная фигня бывает. Но выносливость лучше, конечно, экономить. Твою мать. Ох ты. Три патрона на одну тварь. И то, если в голову. То есть, если они боятся света, получается, любые взрывы, самое то. Опять пилорама, мать вашу, а? Так, зайдем сюда. Что у нас тут? Какой-то сарай. Ох ты. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Угу. Батареечки. Что, больше ничего нету?
То есть такие потайные места. Куда можно сбегать? Давайте посмотрим, что дальше у нас здесь. Зарада ждет. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Так, что у нас тут? Патроны. А, патронов у нас уже максимум. Ладно. И на этом спасибо. Он там что-то мигает. Твою же мать, а! Топоры тут летают. Ах ты же, блин, зараза. Я же нажал уклонение. Блин, такого. Да будет свет. Опа. Еще что-то нажми. Кнопочку не знаю куда. Так, а здесь что у нас? Еще какая-то запись. О! Это уже другой вопрос. Всего два патрона. Зашибись, как много. Так, здесь были патроны вроде лишние оставались. Теперь они нам пригодятся. Маски какие-то тут. Даже на обычное дерево залезть не может. Здесь у нас ничего нету. Ладно, хрен с ним. Так, где тут залезть можно? Там вроде было. Так, нам туда. Вот так. Что у нас здесь? Балаган. Баночки разбить. Так. Сарайчик. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. Да, чувствуется запах. Со страху-то обосрался кто-нибудь? I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me
Wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Oh, Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Так, походу еще собачка нас встретит где-нибудь. It's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Какого хрена на ночь глядя с собакой выходить куда-то? Вот. Тайничок еще один. Что у нас здесь? О, ракетница. Против толпы самое то. Патроны бы только на ракетницу еще. Что там маячит у нас? Closer now. It's light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no coat. Monster dog is second best. The famous dog is... Так. Сейчас нас ждет, чувствуется, подарки здесь. Ох, ёпта. Срань господня. Что, все что ли? Фу, хоть на свете зарядиться можно. А, так, ясно. Вылазишь на свет, сразу в жопу целят. Ах ты, ё-моё. Драпаем отсюда нафиг. Чуть топор в спину не попал. Фу. Жесть какая-то творится вообще. Так, два их вижу. А вот и третий. Сдохните все. Фу. Это какая-то же скач.
Мать моя. Блин, ну вас нафиг. Останавливаться себе дороже будет. Так, батареечки, патроны. Продолжаем наше путешествие. Так. Где-то тайничок должен быть. С боеприпасами. Ну, еще ракетница. Ракетница самая зашибатая вещь. Только вот заряди забыл их сейчас. Так. Блин. Откуда эта хрень еще вылезет? Здравствуйте, детишки. Трипл килл. Блин, ракетиц бы побольше, я был бы рад. А то тут такая хрень творится, что... Так, батарейка у нас максимум. Что у нас тут по телеку? Bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Так, ракетницы нету. Дробаш заряжен. Пока патроны есть, будем этим пользоваться. Чё-то как-то заправка, блин, далеко стала. Мать моя женщина. Батареек дофига, патронов для револьвера дофига. Откуда ж вы вылезете-то, а? Ох, мать моя женщина. Лесоруба. Бочки не взрываются, что ли? Я думал, они хоть взрываются. Ты что, убегаешь от меня? Да блин, задолбал ты носиться.
Да когда ж ты остановишься? Да сдохни ты. Какой-то больно жирный попался. Фух. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Так, патронами зарядимся. Срать господня, тут, блин. Реально богу душу отдашь, когда такая толпа на тебя лезет. Так, здесь ничего нету. Интересненького. Нет. Я думаю, бочки взрываются. Хотя бы одну взорвать там. Она пустая вон. Так. Что у нас тут еще? А он и заправочка. Батареек все равно дофига, патрона дофига. Потом чувствуется вообще их не будет. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Ничего, и заправку обходить теперь. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Хорошо, на свету. О, страничка от нашей рукописи, еще одна. Так, целую книгу соберем. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Неделю. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Так. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Там получается я был все-таки. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Так. О. Так, 68-й ежегодный день оленя с 15 по 18 октября. Игры развлечения, лотерея, соревнования рыб. Рыбаков, конкурс пирогов, неожиданное состязание, живая музыка для детей, кривозубый Чарли днем, невиданный мистический фантасмагория, Монтгомери вечером, не пропустите легендарный парад на День оленя. Так, что, пивка возьмем? Так, что у нас здесь? Телефончик. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake, and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest.
she wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Да. Веселый был денек. И... Бинго! Острова нет. Целый остров исчез. Вместе с домом, куда мы тебе приехали. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper. Конец эпизода первого. А первый эпизод у нас... Это только начало. Previously on Alan Wake. Как в фильме прям. Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Как реально сериал сделан, игра, то есть такой хоррор экшен и плюс еще в стиле сериала, то есть в предыдущих сериях. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. И начало второго эпизода «Одержимые». Нью-Йорк 3 года назад. Чё ему в Нью-Йорке не сиделось? Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Но я думаю, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео, что вы хотели бы увидеть на моем канале или что вас интересуют, какие вопросы по игре. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.